на конкурс. Дети читают стихи для labyrinth.ru. Средисон Егор, 11 лет, город Москва. Сергей Викулов, что тебе купить? А мы, с войны пришедшие солдаты, мы хорошо запомнили две даты. Во-первых, это день 9 мая, тот самый долгожданный день, когда закончилась Вторая мировая, ну а для нас кровавая страда. Мы вылезли из танков, из окопов, за нами оглянулись пол Европы, и белый плеск знамен с перил балконных. Немало с той поры минуло лет, но День Победы помним мы, как помним, и день отмены карточек на хлеб. В канун должно работали пекарни всю ночь, и вот с утра прибег я с парнем, сынком. Ему тогда годочка 8, пожалуй, было. Хлеба завались, а грузчики, глядим, еще подносят. И вот мы до прилавка добрались. «Ну, сколько вам?» — спросила Кузьминишна. «Две, — говорю ей, — две, не будет лишка. Не верю в счастье, брат ты мой, робею». Нежданно смахнул слезинку с век, и чувствую себя я перед нею, как попрошайка, нищий человек. Свою бумажку, две, не будет лишка. И слышу, что-то шепчет мне сынишка, и дергает тайком за край одежки. «Ой, пап, ну, пап, купи еще одну!» Трепещет весь, как воробей у крошки. Наголодался с матерью в войну. И я обрел себя, картуз на ухо. «Ну, что тебе еще купить, Калюха?» «Вон пряники, конфетки на потребу. Тебе и Ваське с Нинкою как раз. Давай, решай!» А он в ответ мне: «Хлеба!» С буханок не сводя голодных глаз. «Ну вот какой ты глупый! Хочешь сушки? Вон, кругленькие! Или же игрушки, посмотрим! Ну-ка! Эх, такие мне бы! Тогда, когда я бегал в первый класс! Так что ж тебе купить, сыночек?» «Хлеба!» — сказал он, не сводя с бухана глаз. Я растерялся. «Экой ты упрямый! А хочешь карандаш красивый самый? Не хочешь? Зря! Завидовали все бы! Я, батька твой, такого не имел. Так что ж тебе купить-то, парень?» «Хлеба!» — сказал он в третий раз. И заревел. С тех пор живет в душе моей забота. Когда наступит время молота, посматриваю часто я на небо, на ржи, на ячменя в круг деревень. И вспоминаю: «Хлеба, хлеба, хлеба!» Сыночка, просьбу в праздничный тот день.